Я нахожусь на Саранском полигоне, куда свозят мусор всего Саранска, и не только, кстати, но и из районов. Въезд сюда перекрыт бульдозерами, как вы видите, большая очередь из мусоровозов, такого никогда еще не было. Все из-за того, что люди, работники предприятия, которые обслуживают его, долгое время не получают 5 месяцев зарплату. Дорогу открыли, говорят, вот приехали какие-то чиновники, обещали выдать зарплату. Сейчас спросим, и откуда они, из каких. Здрасте, можно вас спросить? Мы из столицы газеты. Вот приехали освещать мероприятие. Вы из каких ведомств, скажите, пожалуйста? Администрации города. Администрации города. То есть какое-то обещание вы дали, да, получается, людям? Да, да, это видео. Ну, что будет зарплата. Через пресс-службу администрации города. Хорошо. Спасибо, спасибо.